Здорово, народ! Канал «Покашеварим». И сегодня мы покашеварим. Итальянскую фриттату будем сегодня делать. Фриттата – это разновидность омлета, по сути. Только единственная ее фишка – то, что, во-первых, там можно разную начинку использовать. Во-вторых, она начинает готовиться в сковородке, а доготавливается в духовке. Классное, практичное и вкусное блюдо. Давайте приготовим. А за продуктами я сегодня не ходил. Ребята, продукты приехали ко мне сами. Все просто. Заказ я оформил через приложение «Лента онлайн». Приложение «Лента онлайн» – удобная навигация. Первый пункт, например, крайне важный, называется «Особенно выгодно», там скидосики и все, что вы можете выгодно приобрести. Продукты в приложении вы можете подбирать через поиск, набрав, например, «карто», и приложение найдет картофель разных мастей. Вы можете, например, в раздел «Новинки» зайти, посмотреть, что в овощах, фруктах, готовая еда у них есть и так далее. Или вы можете, например, открыть историю заказов из старого заказа, но добавлять то, что вы уже заказывали ранее и вам, например, понравилось. Это экономит время. Короче, удобное приложение, без вопросов. Ну и, конечно, быстрая доставка в современном мире без этого никуда. За 2 часа продукты будут у вас. Мне, кстати, доставили за 1:15. Где доступна доставка? На самом деле много где. 88 городов России могут заказывать через приложение «Лента онлайн». А такое приложение вы можете поставить себе по ссылке в описании. Ну и плюшечки для моих зрителей. «Лента» дарит по моему промокоду «Покашеварим» скидку 20% на первые 2 заказа. Но имейте в виду, что скидка распространяется на товары без акций при заказе от 1500 рублей. Ну и еще приятный бонус. Первые 3 доставки будут бесплатными. Еще раз, все ссылочки в описании, заказывайте доставку от «Ленты». Берегите свои силы, нефиг по магазинам бегать. Ребята, вот ингредиенты, которые нам нужны. Опять-таки, тут все фантазийно. Единственное, что обязательно надо яйца, желательно взять лучок, какую-то зелень, сыр тоже обязательно. А вот, например, болгарский перец, фасоль, томатики, все это, конечно, очень даже вариативно. Я буду использовать для запекания еще вот такие вот формы. Очень удобные. Давайте начнем. Начнем мы с грибов. Грибочки я буду нарезать на слайсы. Вот 4 больших гриба мне, в принципе, хватит. Лук я порежу на 1/4 кольца. Томаты черри пополам. Болгарский перчик возьму несколько пластинок и нарежу соломкой. Берем сковородку, растительное масло и сейчас обжарим часть ингредиентов. Все это отправляем в сковородку. Сначала грибочки, сейчас пару минут их пожарим. Грибочкам немного сливочного масла. Когда они немного поджарились, добавляем лучок. Тем временем стручковая фасоль у нас немного подразморозилась. Ее можно порезать на удобные кусочки. Есть уже резаная фасоль, но у меня она довольно крупная. Грибы с луком уже у нас готовы. Добавляем перец и стручковую фасоль сюда же. Пока ничего солить не надо, солить будем в конце, потому что нам нужно поджарить овощи, нам не нужно, чтобы они варились. Поэтому жарим. В конце посолите. И, в принципе, все. Перец я добавлять не буду, хочу нежнятины. На все про все у нас уходит где-то 10 минут от начала до конца. Овощи готовы. Делаем теперь основную заливку. Берем 4 яйца. Яйца солим обязательно. К яйцам я добавляю чуть-чуть гранулированного чеснока, чуть больше орегано. И для завтрака подойдет немного куркумы. И все это вместе перемешиваем, немного взбивая. Почему я сказал для завтрака? Ну, потому что все-таки омлет, хотя на самом деле, конечно, это можно и на ужин съесть, и на обед. Вообще делайте, что хотите. У меня на канале полная демократия. Когда все перемешали, к яйцам добавляем сыр. Еще раз все перемешиваем. Формочки для запекания немного смажу растительным маслом. Начинку распределю пополам, по-братски. Часть сюда, часть во вторую форму. Если вы используете, соответственно, большую форму,
то все в одно место выкладываете. Так вот, равномерненько. Разливаем яичную массу пополам. Дополнительно еще добавлю зеленого лука. Часть зеленого лука можно сразу добавить, и часть уже на готовое блюдо. Я украшаю помидорками черри и отправим в духовку. Ставлю на противень и минут на 20 при 180 градусах. В середину духовки. Кайфово. Ну, сейчас она подосядет немножко, конечно, наша фритаточка, но в целом, мне кажется, зашибись выглядит. Вот такое вот блюдо. В общем-то, довольно удобно делать. То есть, понятное дело, что по сути фриттата – это обычный омлет. Ничего такого, да. То есть, все то же самое можно приготовить и, конечно, в сковородке. Но просто тут получается более долгий такой процесс. Нежное затвердевание яичного белка и желтка. То есть, ну, получается чуть-чуть нежнее блюдо, нежели омлет. Хотя, ну, это все такие уже докапывания. В общем, нормальная штука. Ребята, начинка абсолютно любая. Какая вам по кайфу. Я обычно еще вот к такого рода блюдам добавляю что-то вроде там сыра альметте. Мне очень нравится, да. То есть вот горячий омлет или там фриттата. И сверху холодный какой-нибудь творожный или сливочный сырок. Вот, в общем, кайфово. Все ингредиенты будут у меня в Телеграме, друзья мои, теперь Телеграм наше все. Вот здесь вот, кто смотрит с экрана, появится QR-код, вы можете его считать телефоном, либо, естественно, в описании будут ссылочки. Переходите и на Телеграм-канал «Покашеварим», подписывайтесь. Там все новости, и вдруг, если что-то где-то произойдет, где-то что-то закроют, заблокируют, в Телеграме, скорее всего, мы успеем с вами связаться и о чем-нибудь договориться. Все, а так готовьте вкусненькие блюда, фриттата, в принципе, к таким относится. Всем пока. Ну пока. Дайте поесть. Все, хватит.